дорогие друзья. Заезжаем на заправку Шафраново. Смотрите, сейчас вы увидите. Вот, мужик заправляется. Вот. Вот пистолет стрелян. Мужик, положи. Лошадь заправил. Йо, бро, скажи что-нибудь мне. Скажи что-нибудь мне на камеру, бро. Йо, Ника, сейчас буду дрифтить тут, ебать. Йо, Ника, маза, фак, я стою. Вот, пацанок. Йо, оу. Ищу эту. Ой, стойте, стойте, стойте. Тормоз, тормоз, нажимайте. Господи! Тихо, ничего страшного, тихо. Мама дорогая! Не переживайте, не переживайте. Как это? Так, тихо, вот тихо, видите, тихо. Я искала все. Сцепление, тормоз. Все, ой, не мама. Переживайте, не переживайте, ой. Все нормально. Не, не тормози, мать твою! Дура! Завля. Я тоже хочу ее за жопу потрогать. Бля, она сейчас взорвется. Бешеная табуретка. Понедельник, вот, а вот разгреваться после выходных. Ты что делаешь-то, придурок? Да нет, он жив. Да я знаю. Встает. Вот он выключил свет. Потом опять давай майку стягивать. Видишь, что ну, мне настолько неловко было, я даже не помню. Я вроде не сопротивлялась ничего. Он говорит, ты, наверное, стесняешься. Я говорю, наверное, да. Блядь. Господи. Какая-то гражданская машина. А что за прикол? Есть 100 рублей или футболка? Нет. Пожалуйста, ребят, мы в Нижний Новгород едем. Вот так вот, это квест. Ну, пожалуйста, вообще срочно надо. Охуя. Ну, пожалуйста, квест. Мы будем ищем. Девушка, ну как вот так? Порезали 3 на 2.5. Они прилетели на это. Это их корабль. Это уже на короткоходках они. Это лишь верхушка. Слишком.
Давай стартанем! Ну что, последний рывок? Давай с первого уже, а то попробуем. Со второй пробуй. Да не боись, давай со второй, блядь. Отель тебя выскакивает. Со второй пошел. Ты КамАЗа лови своего, Бля, заебали эти, бля. Нищеброды всякую фигню рядом припарковывают. Вид портят, бля. Поставил машину, где никто ничего не поставит. Думал, нормально, ничего не скажут. Поставили тут, блин, я не знаю. Нет, отодвинуть чуть-чуть, бля, ебана, урод. Троллейбус горит, да и хуй с ним. У меня осталось две поездки на следующий автобус. Вон он, на подходе. Я буду дома вовремя. Вот, блин. Не проедем. Я не проеду. Танки грязи, не боятся. Блять, ну чё, накаркало? Иди толкай. Пошла. Все, вылезли, поехали домой. Охренел, что ли? Такой грязный салон не пущу. Головой, на. Петро, нормально? А ну, давай рыбкой, рыбкой. Раз, два, три. В принципе, Валерий похуй, что он бухал сегодня. Тормози, нахуй. Блять! Пиздец! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Съебываем! Тебя мачо разъебет, мне кажется. Пиздец. Ладно, я сейчас подойду, ебать, и будет ладно. И шо будет? Я говорю, серьезно. Шо будет? А шо будет? Вот тебя зашел. Ну подойди. Я тебя говорю. Смотри, герой, блядь. Зачем ты меня снимаешь? Я не тебя снимаю. Чмо, козел, падла, мразь, жопа, говно, пидор, хуй, петух, шлюха, гандон. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Последний болт. Ноги расставляем на ширине плеч. Линия, потом тормоз. Ты нажала только тормоз. Заводим. Проснись, пой, проснись, пой, попробуй в жизни хоть раз. Заводим двигатель. Блин, ну что он не заводится? Я же все правильно делаю. Что не так? Что это за рычажок? Скажи мне, пожалуйста. Я не знаю. Это рычажок дворника. Да. Попробуй поворачивай, может, оно заведется. Ну и чисто так поржать. Вот он ключ. Вот. Я думаю, странно. Несмотря на это.
Держите, я на заднем сиденье. Да? Все, давай, поехали. Нет, давайте дома. Все, ребят, погнали. Чего ты боишься? Она быстро скорость набирает. Да ты? Ага. Нажимай. Хуя себе! Нахуй мне такая езда! Я не хочу. Ну нажми на третью. Да не, нахуй, я не поеду так. Чего? Боюсь. Ну нажимай. Блин, а не, ну когда, если ты на оборотах будешь идти, ее не зальет. Не зальет, ну блядь, смотри. Ну что, похуй, если что, закатаемся. Что, рискнем или что? Да похуй. Рискуем? Поехали, хули, приключения. Нихуя тут глубоко, нахуй. Ебать. Все, встали. Приехали. О, привет. Вот. Олень, походу. Здесь этот разбили. Фонарь там разбили. Светофор разбил. Походу олень за рулем. А в кузове просто статуя. Почему можно? Свободу человечеству!